петушиные бои пользовались популярностью с давних времен. Для этого выращивали специальные породы с необходимыми качествами. Петушиные бои актуальны и сегодня. И существует множество бойцовых пород, включая малайскую. Ее родиной является Малайский архипелаг. Птицы произошли от гигантских кур, живших 3000 лет назад. В Европу малайские петухи попали в 19 веке с английскими торговцами. Сегодня их нет, а вместо них появились малайские бойцовые, которые существуют и сегодня. Особенностью породы является линия трех изгибов. Это изогнутая шея, выпуклая спина и выгнутый хвост. Птицы высокие из-за длинных ног и шеи. Их рост достигает 90 сантиметров, а весят они 3-4 килограмма. Куры от 2 до 3,5. Для бойцовых петухов существуют строгие стандарты. У малайцев невысокая яйценоскость. Несушки дают 150 яиц в год. Среднеспелая порода достигает зрелости в 6-8 месяцев. Для комфорта породы разводить ее желательно в мягком климате. Для суровых условий малайцы непригодны. Бойцовые петухи имеют буйный нрав, отличаются склонностью к агрессии. Нападают петухи и куры не только на другие породы, но и дерутся внутри стаи. Поэтому в больших количествах их не содержат. Малайские бойцовые выносливы и нечувствительны к внешним условиям. Но поголовье нужно беречь от холода и сырости. Кроме этого, помещение для содержания птиц следует чистить и дезинфицировать. При яйцекладке потребуется дополнительное освещение. Стаю формируют в начале зимы. Рацион включает белковые корма и зерновые смеси. В теплый сезон необходим выгул. Молодняк сначала держат на толстой подстилке при температуре 33 градуса. Место содержания должно быть чистым и сухим. Из еды птенцам дают корм для цыплят. Еженедельно подкармливают витаминами с питьевой водой. Зелень дают на третьей неделе. После кольцевания молодняк переводят на корма с зернофуражом для твердости пера. Подготовка бойца включает несколько этапов. Птицу селят отдельно, подрезают сережки и гребешок, повышая агрессию. Первое занятие проводят перед зеркалом. Петух бросается в атаку. Подобная тренировка укрепляет клюв и бойцовские качества. Птицу учат отражать удары и не бояться травм. Разведение малайских бойцовых петухов – увлекательное занятие, которое требует соблюдения условий по уходу и содержанию. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.